Добрый вечер, дорогие друзья. Юг Сибири продолжает показывать в прямом эфире. Бульвар с вами. Зовут меня Дмитрий Мишаков. И у нас снова большущая радость. Мы разыгрываем призы и подарки. В этот раз от сети интерьер магазинов, от интерьер-салонов «Мадам Шторкина». И у нас в гостях маркетолог сети интерьер-салонов «Мадам Шторкина» Елена Доможакова. Здравствуй, Лена. Привет. Лен, ну расскажи, чего такого в этот раз придумала «Мадам Шторкина»? Нужно сказать, что «Мадам Шторкина» исполнилось 5 лет. 5 лет? Да. Я думал, что «Мадам Шторкина» уже с нами всю жизнь. Если только 5 лет. Быть точной, завтра день рождения салонов «Мадам Шторкина», завтра этот прекрасный праздник, будем поздравлять друг друга. Так, ну, это мы вас будем завтра поздравлять, а сегодня мы будем поздравлять и награждать ваших клиентов. Сегодня мы будем подводить итоги розыгрыша. О, расскажи немного про розыгрыш. Такая прекрасная акция у нас прошла с 1 ноября до 10 декабря. Все наши покупатели, которые совершили покупку от 5000 рублей, получали купон участника розыгрыша. И сегодня они поборются за главный приз, за 8-й айфон. За 8-й айфон? Да. Вот этот? Да. Вот Space этот. Grey. Красота. Хорошенький. Да, здорово. А чего покупали, ребята? Покупали все. Покупали текстиль для дома, это могут быть шторы, подушки, покрывала, чехлы на мебель, карнизы покупали, декор, все что угодно. «Мадам Шторкина» и куча всего прекрасного. Отлично. Ну, а помимо айфона, что мы еще? Мы разыграем еще 5 поощрительных призов. Это будут сертификаты на 2000 рублей на услуги салона «Мадам Шторкина». А что можно купить на 2000 рублей у «Мадам Шторкина»? На 2000 рублей можно купить какие-нибудь красивые кисти для портьер, например. Кисти для портьер. Да, замечательно. Можно использовать этот сертификат в счет какого-то большого заказа. Большего. Конечно. Можно заказать прекрасную скатерть к новогоднему столу. Пожалуйста. Ну ладно, давай не будем тогда откладывать в долгий ящик и начнем крутить наш барабан, чтобы определиться, кто же будет счастливым обладателем сертификата, а кому достанется iPhone 8. Да. Поехали. Так, я иду за барабан. Ну и по традиции начинаем мы с призов поменьше. Да, сертификат на 2000 рублей. Итак, таких обладателей у нас будет 5. 5. Да, сейчас в барабане у нас находятся отрывные купоны, а вторая часть купона находится у покупателей. У покупателя. Итак, первый купон мы достаем. И счастливым обладателем сертификата на 2000 рублей становится Людмила Викторовна. Купон номер 200. Двигаемся дальше? Да, давай достанем. Так. Второй купон и сертификат 2000 рублей на 2000 рублей достается обладателю номера, купона под номером 201. Я сегодня в ударе. Сейчас будет 202. Не, ну, кто знает. Они же случайно выпадают. Ну, не буду смотреть. Номер, так, Галина Федоровна, номер 141. А вообще было больше покупателей мужчин или женщин? Ну, мужчины часто обращаются к нам в салон, но все равно в большей степени это, конечно, решение женщины. Решение принимает все равно женщина. Да. А он так стоит рядом просто и... Оказывает поддержку. Нравится? Нравится. А это тоже нравится. Ну, понятно. Да. Ну, я всегда примерно так же поступаю во всех этих магазинах. Так, сертификат под номером 3. 4 уже. Извините, 4. Номер 246 и Елена Юрьевна. И пятый сертификат на 2000 рублей. Стоит подольше. Ирина Юрьевна, номер 79. Итак, сертификаты мы разыграли. Теперь остается самое главное. Да? Айфон.
8-й. Space Gray. Так, но у нас есть маленькое условие, да? Что обладатель купона, который мы сейчас достанем, должен будет ответить на наш звонок. Мы ему позвоним в прямом эфире, ну, чтобы было... Да, совершенно верно. Познакомимся с ним вообще. То есть, если человек трубку не берет, мы вытаскиваем следующий купон. Совершенно верно. Давайте. Ну вот, собственно. Настает главный момент. Номер 84. И счастливый обладатель Наталья. Сейчас мы набираем номер Натальи. У Натальи номер кончается на цифры 3008. Ну а пока мы дозвонимся до Натальи, а чего еще мадам Шторкина такого задумает? Или это пока сюрприз? Не буду раскрывать все карты, обязательно что-нибудь такое придумаем. Удивим. Так, мы сейчас дозваниваемся до Натальи. Алло. Алло, Наталья? Да. Здравствуйте, Наталья, вы сейчас смотрите телевизор? Здравствуйте, нет, к сожалению. Наталья, скажите, пожалуйста, вы сейчас мне отвечаете по сотовому телефону? Да, по сотовому. А какой у вас сотовый телефон? 960. Не номер. А модель телефона? Lenovo. Как? Lenovo. А вы всем вот людям незнакомым, которые звонят вам, отвечаете всегда вот всю такую информацию? В общем, Наталья, здравствуйте. Это программа «Бульвар», 7-й телеканал. Скажите, вы покупали что-нибудь в «Мадам Шторкиной»? Да, я заказывала шторы себе. Ну вот, вы не просто себе заказали шторы. Вы только что поменяли свой старый Lenovo, да, у вас? На новенький iPhone 8. Вы выиграли в нашем розыгрыше от сети интерьер-салонов «Мадам Шторкина» iPhone 8. Да? Да. Спасибо. Наталья, вы трубку не кладите. Сейчас наши помощники расскажут вам, как забрать у нас телефон. Еще раз поздравляю. Пожалуйста, большое. Ну, Лен, собственно, разыграли. Ты сама-то рада? Ну, дарить подарки всегда приятно. А мадам Шторкина рада? Я думаю, что да. Я думаю, что мадам Шторкина очень рада. Рада своему дню рождения, рада этому прекрасному розыгрышу. И любит всех своих покупателей. Я думаю, надеюсь, что и господин Шторкин тоже рад. Лен, тебя с наступающим Новым годом. И тебя. Спасибо большое. Дорогие друзья, и вас тоже с наступающим Новым годом, потому что это был заключительный розыгрыш в этом году. Хотя вдруг что еще произойдет? Ну, на всякий случай, с Новым годом и всего доброго.